Сержант Василий, работа, конечно, опасная, но мне по силам. ОПД Ворошиловского района, Ростова-на-Дону, окончил школу милиции в 95-м году. Зарплата маленькая, работаю за идею. Идея в том, что я главный, я всех умею. За распитие спиртных напитков в неположенном месте детки скинулись мне, а все вместе. Ездим с пацаками по району, стрижем капусту. Летом народу полно, зимой не густо. По поимке преступников всегда выполняем, если кого не досчитаемся, похожими на могу найти у тебя, к примеру, пакет травки. Не заплатишь процессу пищи, чем у Франца Кавки. Судья местный тоже не просто подъем. Его пояснись, начинается цифрой в 1 миллион. Ну а там, как следователь, перепиши дело. При аресте рядом обнаружили мертвое тело. В конечном итоге ты заплатишь и сядешь, мой друг. В машине соловьем заливается Миша Круг. Проверяют документы, лиц кавказской национальности, лиц, относящихся к разной степени маргинальности. Отрабатывать приемы проще, боевые умения. Входим в камеры предварительного заключения. Не, мамаша, это он просто упал. Кто хочет стать милиционером, милиционером, милиционером? Кто хочет стать милиционером, милиционеры вы где? Кто хочет стать милиционером, милиционером, милиционером? Кто хочет стать милиционером, милиционеры вы где? Нет ничего лучше работы в ГАИ. Видел все эти машины, братан, они все мои. И мне нахрен не нужен твой карьерный рост. Мне нужна полосатая палочка, флажка, хорошо спрятанный пост. Зимой стоим в сугробах, летом сидим в кустах. Тут все прибавки, премии, все в твоих руках. Это как в банке менеджером или типа того. Размер выручки зависит от тебя самого. Например, рисуешь двойную сплошную, там где ее нет. Становись рядом, братан, и лови момент. И все злостные нарушители ПДД будут свято гораться инспектором ГИБДД. А мне не вред, мне вообще безразлично. Пока нарушители мне исправно платят налички. Когда я учился в школе, думал, кем мне стать? Учителем физры я любил чертить, рисовать или мешать жить обладателям водительских прав. Я сделал свой выбор и оказался прав. Так, кто хочет стать милиционером, милиционером, милиционером? Кто хочет стать милиционером, милиционером и где? Ну так, кто хочет стать милиционером, милиционером, милиционером? Кто хочет стать милиционером, милиционером и где? А начальник УВД города и области за всю профессию испытывает чувство гордости. Моя милиция меня бережет, и бережет каждого того, кто меня бережет. Коррупции УВД у нас не было и нету, это у вас там в Москве или еще где-то. Уровень преступности такой же, как и везде. Я не вижу смысла ни в какой новизне. С губернатором и мэром у меня хорошие отношения. Я никогда не оспаривал ни одного их решения. Всем, кто выше, я всегда исправно платил. Со всеми делился, ни про кого не забыл. Я бил с теми, с кем требовала ситуация. Держался тогда, когда не нужна была провокация. Живу в достатке, почти миллионер. Но я всегда останусь прежде всего милиционер. Дорогой президент, нам не надо полиции. Что же станет с любимым моим днем милиции? Для меня он стал красным днем календаря. Я служу отечеству. И честно говоря, Россия не для министров, губернаторов и мэров. Россия для простых милиционеров. Кто хочет стать милиционером, милиционером, милиционером? Кто хочет стать милиционером, милиционером и где? Кто хочет стать милиционером, милиционером, милиционером? Кто хочет стать милиционером, милиционером и где? Младший сержант Василий. Работа новая, но мне по силам. ОВД Ворошиловского района, Ростова-на-Дону. Окончил школу милиции в 95-м году.